Я, честно говоря, даже не знаю, а почему он его заблокировал. Я даже не в курсе, если честно говоря, поэтому я не знаю. Потому что они разжигали рознь в нашей стране. Рассказывали откровенную ложь и сеяли, ну, такую, знаете, как сказать, ненависть, можно сказать. К сожалению, ну, давно уже пора, на мой взгляд, было это сделать. Ну, потому что это не есть свобода слова и так далее. Ну как это? Это неправильно. Знаете, я их не дивлюсь, у меня их немає, тому я даже не можу ничего вам сказать. Це правильне рішення, тому що проросійські канали, у нас взагалі-то дивляться такі канали бабусі, які вірять усьому, що показують по телевізору. Тому вони будуть вірити цьому, а я гадаю, що це не дуже добре, тому що вони слухають цю всю пропаганду та вірять цьому. Я нейтрально смотрю, тому що я не смотрю телевізор вообще, і мені не имеет это значення никакого. Ну, не мені это не нравится. Ну, все-таки можно было послушать. Контраст должен быть. Человек должен выбирать, что ему слушать. Должна быть добрая воля. Ну, давно пора было. Чему? Ну, зачем нам русские? Их не смотрим, нам некогда. Нет, не слышали. Нет. Не поддерживай, потому что что ж нас лишают разного мнения. Мне все равно. Все равно везде брешут. Отрицательно. У нас же должна быть свобода слова. Каждый должен высказать свое мнение. Конечно, нет. Что за глупость? Я вообще против закрытия канала.